Всем привет, с вами Денисыч. И, честно говоря, я не думал, что с Мираной будут еще какие-то проблемы. Совсем недавно мы гуляли возле площадки, где турники, там играют футбол, баскетбол. В общем, она увидела мячик и очень сильно запереживала, занервничала и очень сильно возбудилась. Сейчас я этот момент вам покажу. Смотрите. О, не может. Мячик хочет. Нельзя, Миран. Миран, нельзя. Стой, стой, не уйдет. Да не уйдет она никуда, далеко, далеко не уйдет. Миран, а? Миран. Ты что переживаешь? Как он линяет, да? Да, линкач началась. Ты чего? Мирана. Миран. Никогда такое не видел, чтобы она так возбуждена была. Вот мне тоже собакой пахнет, да? Не такой, конечно, большой, но тоже собакой. Мирана, нельзя, нельзя. Пускай попереживает. Нельзя. Нельзя мячик трогать. Нет, 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 нет. Нельзя, нельзя. Нельзя трогать мячик. Нет, сидеть, я сказал. Видишь, как возбуждается. Прям скулит аж. Поэтому надо отучать от этого. Нельзя. Нет. Нет. Нельзя. Иди гуляй. Нет, нельзя. Нельзя. Нельзя, Миран. Нет. Нет, нельзя. Возбуждается сильно. Нет. Нельзя. Нет. Нет. Не против? Просто она сильно возбуждается. Нет. Нет. Блин.
Нет. Сидеть. Села. Ждать. Нет. Обход. Обход, я сказал. Обход. Быстро обход. Еще обход, давай. Еще обход. 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 Еще. Прыжок. Иди прыжок. Туда прыжок. Нет, нельзя. Пойдем. Прыжок. Прыжок, сказал. Прыжок. Прыгай. Иди прыжок. Прыжок. Прыжок, я сказал. Сидеть. Лежать. Стоять. Сидеть. Конечно же, я попытался сразу что-то предпринять, чтобы она не обращала внимания на мячик, но у нее такое сильное было возбуждение, что она даже меня не слушала, а только следила за мячиком и рвалась к нему. Естественно, я начал каждый день тренироваться с ней, взял мячик специально, начал с ней гулять с мячиком. В общем, все дело для того, чтобы эта проблема исчезла. Главное, что я хочу вам сказать, не обходить эту проблему, а именно работать с ней. То есть, если, допустим, ваша собака боится машин, идите туда, где очень много машин, чтобы... Но только постепенно это все надо делать, конечно же. Не говорю, что сразу прям в поток врываться. Надо все это постепенно, плавно подходить к этому. Но главное, не думать то, что если вы не будете с этим встречаться, то проблема исчезнет сама по себе. Конечно же, нет. Главное, работать с проблемой каждый день. Вот. И мы начали с Мираной заниматься. Смотрите, как это все надо делать. Нет, села. Сиди. Так, вот наша Мирана и, конечно же, мячик. Теперь мы каждый день будем тренироваться с мячиком, чтобы Мирана на него не обращала внимания, потому что это очень серьезная зависимость, так же, как и от бутылки. Также, если ваша собака очень зависит от бутылок, вид, допустим, вы гуляете на улице, видит бутылку и тут же к ней бежит, не слушаясь вас, то делайте то же самое. Конечно, с собой я взял мясо, барсеточку вот положил, наше мясо. Смотрите, берете тоже какое-нибудь лакомство, которое любит собака, пинаете мячик, нет, и наша собака посмотрела на вас. И идете дальше. Достаете следующий кусочек. Нет. Да. То есть собака должна обращать не на мячик, а на вас, на еду. То есть это у нее такая будет мотивация. Перед этим собаку, конечно же, не кормить. Хорошо. И повторяем так, пока собака не будет вообще не обращать внимания. То есть вот она следит за вами, а не за мячиком. Ей на мячик вообще все равно, вы пинаете его, дальше идете. Также пинаете, пинать надо бутылку. И забыл, конечно же, сказать то, что собаку надо обязательно прицепить к поводку. То, что если она будет рваться к мячику, либо к бутылке, ее обязательно отдергивать. К ноге. Рядом. Все довольно-таки просто. Главное, подкреплять собаку какими-то положительными эмоциями, когда вы бьете мячик или ударяете мячик об что-нибудь. И собаке в голове, в мозгу, откладывается такое, что если мячик где-то бьется, там пинает кто-то его, то это хорошо, и собака должна смотреть вам в глаза, либо на вас, но точно не на него, не фокусировать на нем внимание, потому что она сильно начинает возбуждаться и готова все сделать, чтобы к нему побежать.
Вот, все довольно-таки просто. Главное, занимайтесь собакой каждый день, если у вас такая проблема. И не старайтесь обойти эту проблему. Надеюсь, вам это видео было полезным. И вы, конечно же, поставите большой палец вверх, подпишитесь на канал. С вами был Денисыч и Мирана. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.